Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко, и я эксперт в области продвижения MLM онлайн и офлайн тоже. И сегодня я хочу рассказать вам одну тему, о которой много меня спрашивают. Спрашивают люди, которые приходят в команду. Итак, почему же моя команда не растет? Почему уходят люди? И почему я сам не расту? Часто спрашивают меня. И сегодня я хочу рассказать вам о 5 самых основных причинах, с помощью которых это и происходит, к сожалению. Самая первая и основная твоя ошибка – то, что ты ждешь мгновенного результата. Ты смотришь, допустим, на достижения каких-то других людей, у которых все получилось очень быстро. И ты думаешь, а чем я хуже? У меня ведь тоже 2 руки, у меня ведь тоже 2 ноги. Но этот человек стал лидером, допустим, за 1 месяц, а я за 1 месяц вышел всего лишь на уровень менеджера. Почему же так происходит? Ну, давайте подумаем. Во-первых, опыт. Есть люди, которые приходят с хорошим опытом. Не всегда факт, что именно эти люди быстро будут расти. Но все же, естественно, если человек, например, хочет стать учителем, и он начинает с нуля, то ему нужно получить больше знаний, чем тому человеку, который уже где-то обучался, что-то изучал, даже прошел какие-то элементарные курсы, а тем более закончил университет. Это тоже очень важно. Поэтому ваша главная задача – обучаться и понимать, почему другой человек показал такой быстрый результат. Скорее всего, у него уже есть опыт. Поэтому обучайтесь. Второе – это время. То время, я имею в виду, которое вы уделяете своему бизнесу. Ведь обратите внимание, есть люди, которые приходят и понимают, что если они хотят построить мощный бизнес, то на это нужно, естественно, время. И 1-2 часа в день, к сожалению, не подойдет. 1-2 часа в день – это какая-то проба пера, я бы так сказала. Но ни в коем случае не то время, которое нужно тратить на построение крупного бизнеса. И могут прийти 2 человека без опыта, но один будет уделять, к примеру, 8 часов суммарно в день, а второй будет выделять 2 часа. Проанализируйте, пожалуйста, сколько вы суммарно выделяете в день времени. И если все-таки 2 часа, то, к сожалению, результата быстрого быть не может. Вы не расстраивайтесь, если у вас в начале по каким-либо причинам не получается уделять много времени. Например, вы работаете на какой-то основной работе, и, естественно, вам надо и обучаться, и внедрять все то, что вам говорит спонсор, все то, что вам дается в школе. И вы действительно в начале можете выделять 2 часа. Но со временем вы сможете уделять больше времени на бизнес. Просто нужно понимать, что если у вас сложилась такая ситуация, не ждите слишком быстрого результата. Он, конечно, придет, но немножко дольше, чем у других, но он придет. И еще один момент, который очень важен, который относится как раз к этому пункту, что вы ожидаете быстрого результата. Обратите внимание на свое внутреннее состояние. Кто-то смеется и говорит, что это не важно, но на самом деле это очень важно. Я просто могу сказать по себе, что когда-то я была таким человеком, который жил в постоянном негативе, и это правда. Я постоянно себя жалела, я винила всех вокруг, и другие люди это чувствовали. И роста не было. Но когда я поняла, что мне нужно над этим работать, стала действительно внутренне меняться, у меня поменялась энергетика, я стала более позитивной, я стала транслировать в мир намного больше хорошего, я стала чаще улыбаться, то и люди стали ко мне притягиваться. Как правильно говорится, если хочешь, чтобы к тебе притягивались люди, то будь проще. Ну вот и я стараюсь быть проще. Поэтому просто работайте над своим внутренним миром, над своей энергетикой, и поверьте, тогда к вам будут приходить люди, и причем такие же позитивные, как и вы. Вторая причина, тоже очень важная, почему люди уходят из вашей команды и почему ваша команда не растет, это потому, что они не хотят обучаться. К сожалению, этот фактор тоже очень многие почему-то
пытаются обогнуть. Но ведь так нельзя. Вы поймите, что в любом деле нужно обучаться. И человек хочет быстрых результатов, но знаний у него, к сожалению, нет. Естественно, на такого человека другие люди не могут прийти, не могут увидеть в нем экспертность. Поэтому чем больше человек обучается, тем лучше. Естественно, хорошо, когда спонсор каждый день помогает новичку, когда спонсор дает пошаговые инструменты, например, школу, да, с помощью которой человек и обучается, когда ему не нужно распыляться и где-то искать, что же мне делать сегодня, что же мне делать завтра. И это очень-очень важно. Поэтому, как только к вам приходит в команду человек, проработайте с ним и этот момент, объясните ему важность обучения. Потому что на моей практике очень много было людей, которые приходят с какой-то иллюзией, что здесь не нужно ничего изучать. Я пришел, и я сразу все знаю. Мне нужно 1-2 дня, я изучу продукцию, я изучу как бы вкратце маркетинг-план, да, но на самом деле 2 дней недостаточно. Поэтому обучение должно быть постоянным. Но я говорю не только об обучении от компании, от спонсора, я говорю еще и о саморазвитии. Человек параллельно должен взять и поработать над собой, научиться как грамотно разговаривать с людьми, научиться каким-то основам психологии элементарной и, опять же, заниматься внутренним саморазвитием. Это все является обучением. Поэтому обучайтесь сами в первую очередь и обучайте своих людей. И третья причина, по которой ваша команда, возможно, сейчас не растет, и вы начинаете опускать руки. Я назвала эту причину «три поросенка». Давайте представим, что бизнес наш – это домик. И вот вы хотите, чтобы у вас все получилось быстро-быстро, и начинаете строить команду из людей, которые не очень хорошо работают, не очень понимают, зачем они сюда пришли. Они ленивые и, в принципе, люди, которые, к сожалению, пришли ненадолго. Я хочу напомнить вам о сказке «Три поросенка». Там был поросенок, не помню, как его зовут. Он был очень ленивый, он решил построить свой домик из соломы. Что с ним произошло, потом вы знаете. Пришел волк, сдул, и поросенку пришлось бежать. А был более мудрый, более грамотный поросенок, который понимал, что пусть он будет строить свой домик дольше, из кирпичиков, но этот дом будет добротный. И волк пришел и не смог ничего сделать, да, и ушел во свояси. И эта добрая старая сказка должна учить нас, наверное, должна учить не только наших деток, но и нас. Потому что очень многие люди приходят и начинают строить свой бизнес не на качество, а на количество. Быстрее, 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 лишь бы людей набрать, лишь бы они начали там что-то делать, обучая очень плохо и так далее и тому подобное. И они ждут результат от этого. Да, может быть, этот результат будет быстрым, то есть домик построится, но придут какие-то обстоятельства в виде волка и быстренько его сдуют, и человек останется ни с чем. Я очень много таких моментов наблюдала, когда люди быстро получали результат, но потом также быстро издувались, к сожалению, и руки опускались, и бизнес становился плохим и так далее и тому подобное. А вот также у меня в команде есть люди, которые более качественно подходили к этому. Неважно, за какое время строился их бизнес, он мог строиться быстро, мог строиться чуть медленнее, да. Опять же, все зависит от экспертности, от многих ситуаций. Но эти домики в виде бизнеса, они были более нерушимые, потому что человек более качественно к этому подходил. И нужно понимать, что не на количество этот бизнес, а на качество. И из 100% людей, которые придут к вам в команду, 80%, к сожалению, а может и к счастью, окажутся этими соломинками. Но 20% людей будут вашими кирпичиками. И вот самое главное – дождаться этих людей, из которых и будет состоять ваша команда
благодаря которой вы станете лидером, успешным человеком, и эти люди тоже будут с вами на долгое время, и вы построите большой, хороший, качественный бизнес. Четвертая твоя самая огромная ошибка, ну пусть не самая, но одна из очень таких важных, это то, что ты боишься рассказывать об условиях построения бизнеса в команде. Например, ты боишься говорить о том, что здесь нужно делать ЛТО. Это тема следующего моего видео, но поверь, ты должен четко проговаривать человеку все условия бизнеса в нашей команде. Потому что если человек пришел, ты боишься сказать ему о половине условий, как это делают очень многие люди на самом деле, то в свое время, во-первых, человек чувствует твою неуверенность, и когда ты чуть позже начнешь говорить об условиях, что здесь, например, нужно сделать личный товарооборот, то люди пугаются этого и сливаются, потому что они чувствуют, что здесь что-то не так, раз ты сразу не сказал человеку об этом. Поэтому обязательно в самом начале расставляй все точки над «и», проговаривай условия, покажи себе цену, что ты будешь работать только с тем человеком, который выполнит эти условия. И тогда твой бизнес построится иначе. Пусть уйдут те люди, которые не согласны, но ты потратишь меньше времени, и это время ты потратишь на поиск новых людей, которые будут согласны с условиями команды, с условиями компании и с твоими личными условиями как наставника. Пятый тоже очень важный момент – это дуплицирование ошибок спонсора. Разберись сначала в себе. Если ты видишь, что твои люди делают что-то не так, и тебе это не нравится, вспомни, а не делал ли ты то же самое. Посмотри, а не делаешь ли ты сейчас то же самое. Я говорю о многих моментах. Например, о том же ЛТО. Очень часто я вижу, что к людям в команду приходят партнеры, которые не хотят делать ЛТО. Я вспоминаю в начале этого человека, который делал то же самое. Поэтому пойми, ты даешь основу, закладываешь зерно в каждого своего человека. И то, что ты делаешь сам, только этому ты можешь учить своих людей и партнеров. Поэтому начинай всегда с себя. Анализируй свою ситуацию, что делаешь ты. И только тогда ты имеешь право говорить своим людям: сделай, пожалуйста, это и это. И поверь, большинство партнеров, особенно те, которых я назвала кирпичиками, будут делать то же самое. Итак, я надеюсь, что эти 5 больших причин, по которым уходят люди из твоей команды, ты сегодня проработаешь, проанализируешь и расскажешь о них своей команде. И что в твоем бизнесе все будет очень-очень круто. Я хочу, чтобы ты посмотрел мое следующее видео, в котором я расскажу, как же объяснить человеку, что нужно делать ЛТО в твоей компании. Если в твоей компании оно, конечно же, есть. Ну, с тобой была Елена Коваленко. Если тебе понравилось видео, пожалуйста, поставь лайк. Подпишись на мой канал, задавай любые вопросы под этим видео, я обязательно на них отвечу. И поставь себе значочек, звоночек, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!